Начало дня, час пик. Все нефтекамцы едут. Кто на работу, кто на учебу, кто по своим делам. Кто-то торопится, а у кого-то есть в запасе пара минут. Однако перед автомобильной пробкой оказываются равны всем. Даже водитель скорой помощи, спешащий к больному человеку. Александр Бабкин рассказывает, что от промедления его спасает наличие специального сигнала. Однако и тот не всегда способен ускорить процесс. Движение, конечно, в городе большое. Самые опасные у нас как выезд со скорой помощи на Юбилейную улицу. И это во-первых. Во-вторых, поворот налево, вот Юбилейная, Ленина. Там вообще или светофор надо как-то переделывать, или движение регулировать. Не знаю, что там надо сделать, но не в порядке там. С 4 часов, считай, начинается, все люди с работы едут, все торопятся, как... Куда торопиться, не знаю. Страдают от заторов на дорогах и водители общественного транспорта. Ведь они, работая на благо горожан, увы, не всегда успевают проехать свой маршрут в установленный срок. Водитель автобуса Флорид Гельмияров, как и большинство, считает, что самое плотное движение в городе на улице Социалистической и на перекрестке проспекта Юбилейного и улицы Ленина. А вот версии, почему все чаще можно встретить пробки на дорогах, у всех автолюбителей разные. Улицы узкие, и так перестают, а там дорога на двух рядах. Рядная получается. Светофоры также вот поставили вот так вот здесь вот. Получается, Ленина Социалистическую вот так поставили нормально. Вот здесь нормально сделали. Там ругается, сам спешишь и никак. И там не успеваешь, да. Причин столь частого возникновения заторов на дорогах действительно несколько. Это и растущее количество автомобилей на душу населения, пропускная способность дорог, а также узко очищенные проезжие части. Несколько недель назад передвигаться по дорогам города было не так проблематично. Сложнее стало с появлением на площади Ледового городка, местоположение которого владельцев железных коней вовсе не радует. Хотя подождать окончания гуляний они согласны. Ну, праздник же, куда деваться? Праздник? 2 недели можно не потерпеть. То есть вам не мешают эти пробки, да? Не мешают. На самом деле, количество пробок увеличилось только из-за того, что площадь перекрыта. Сейчас на первое время непонятно, то ли гаишники специально разрешили проезжать, нарушая правила дорожного движения, ведь знаки везде стоят, обязательно направление движения направо. А люди же едут прямо, как ехали, как едут. Вот кто его знает, когда попадешься. Передвигаться по дорогам города действительно становится все сложнее. И, скорее всего, в ближайшие дни эта ситуация лишь усугубится. Ведь уже сегодня вечером на главной площади Нефтекамска пройдет официальное открытие городской елки. Елена Иркеева, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».